таких трех нападающих, таких трех форвардов тяжело. Бускетс, он вроде как сказал, что хочет уйти. Но, может быть, так оно и случится. Хотя, опять-таки, приобретение футболиста уже не юного, который привык только к определенному стилю игры и всю жизнь играет в одном клубе, это тоже риск. Суарес. Дармян встречал, но еще руками помог. Так уж совсем по регби. Но в Италии в регби играют.